Во Франции подтвердились худшие опасения экспертов, которые выясняют причины крушения самолета авиакомпании Джоман Уинкс. Данные второго черного ящика доказывают версию об умышленном уничтожении лайнера. Изучив информацию, специалисты пришли к такому выводу. Второй пилот Андреас Любиц ускорил снижение самолета вплоть до удара в гору. Ранее прокуратура Дюссельдорфа сообщила, что он искал в интернете информацию о способах самоубийства. Напомню, немецкий лайнер разбился 24 марта в горах на юго-востоке Франции. В результате катастрофы погибли 150 человек.